Так, ребята, всем привет, с вами Сашка, в принципе. Ну, да, в общем-то, нехороший я человек, пропал на долгое время довольно-таки, непонятно куда, вот. Но сегодня, на самом деле, я хочу вам предоставить его. Блин, я забыл, то что камера не переворачивается, ну ладно, предоставляю вам его. В общем-то, это весь вот этот компании Between под названием Rockrider ST530 модельный ряд. Так вот, в общем-то, что я хочу про него рассказать, в принципе. Я сегодня взял бумажку даже. Бумажку, на самом деле, чтобы запомнить все, что написано в технических характеристиках данного велосипеда. Но перед тем, как вообще мы начнем, да, вот... В общем-то, расскажу я историю про него. Вот. История, на самом деле, такова. Когда я его приобретал, вот, приобретал я его на день варенья как раз-таки. Вот. И что в итоге получается? Ну, я заказал там, как бы, все нормально. И... Что?
А, ну да, точно, я вспомнил. Мне его выдали, короче, в магазине. Вот, я посмотрел, короче, ну так визуально просто прошелся взглядом на велосипед. Вроде бы все нормально. Вот. И по случайности, на самом деле, прошелся рукой по раме. Вот в этом месте как раз таки. Вот, вот здесь вот прям. Прошелся по раме и почувствовал коцку. Вот. И в итоге, короче, я прям полностью решил осмотреть велосипед именно на предмет повреждения лакокрасочного покрытия, как многие. Короче, повреждение краски, блин, коцки, блин, как хотите, так и называйте. В общем-то, я решил проверить. Вот. И на самом деле я очень сильно расстроился, потому что, в общем-то, магазин мне выдал как раз-таки полностью коцанный велосипед. То есть рама вся полностью, да, она в коцках. Вилка, я тоже посмотрел ее, она тоже вся в коцках была. Вот. Я пришел обратно в магазин, буквально не отходя, грубо говоря, от кассы. А, и что в итоге это, как вот там, что в итоге сказал? Я говорю, ребят, вот так и так бы, да, вот, он коцанный, давайте поменяем. Вот. Да, хорошо, то есть без вопросов, да, мы, конечно, молодцы в этом плане. Ну, дырки бывают. Но это не дырка, это отверстие, ребят, отверстие на пальчике. Так, на чем остановился? А, ну то, что они мне поменяли как раз-таки полностью велосипед. И что? И, в общем-то, со спокойной и радостной душой я, в общем-то, вернулся домой. Вот. Они настроены абсолютно, то есть он в нулину был полностью. Вот. Ничего, ну, ничего не работало. Вот. Потому что выясняется то, что они сами настраивают перед продажей велосипеда. Вот. А который они мне настроили, а он с коцками. Ну, естественно, блин, как бы я решил сам все настроить. Вот. Я сейчас на самом деле нахожусь на набережной возле храма. Вот. Ну, вы так, в принципе, видите, да. Вот, как бы. Набережная, вон она. Все стройки, стройки, стройки. Одни стройки. Вот. На самом деле, снимаю уже второй раз это видео. Вот, по поводу велосипеда. Первое было, ну не знаю, мне что-то там не понравилось. Короче, я решил его переснять. Вот. И что? В общем-то, давайте начнем с технических характеристик. Ребят, если вам не интересны технические характеристики, да, ну, блин, я не знаю, можете пролистать дальше там. Не знаю, на какой момент даже, потому что видео будет довольно-таки большое. Вот, и я буду читать с бумажки, потому что я ничего не помню. В общем-то, давайте начнем с колес, да. Вот. Не знаю, наверное, здесь будет такая вставочка, то, что колеса будут такие, там, чпунь. Вот. Вот. 27,5. Блин, на самом деле, я вот сколько вот ездил, да, там, 26, 27, 27,5 ни разу. Вот это вот мой, грубо говоря, первый опыт с 27,5 колеса. И мне нравится на самом деле. То есть хорошая проходимость. У нас прошелся снег. Ой, прошелся снег. Выпал снег, короче, довольно-таки. Ну, много, много. Вот. И самое главное, вот они вот вроде бы вот коммунальщики чистят, да. Вот. А так как в центре Москвы, короче, вместо асфальта лежит плитка, очень-очень на самом деле сложно передвигаться на велосипеде. Вот. Я уже, на самом деле, откатал около 100 километров. Ну да, где-то в районе 100 километров. И у меня, в принципе, нареканий пока к нему нету. Да, может быть, там что-то подщелкивает. Блин, но это настраивается. Вот, там. Если у тебя руки есть, грубо говоря, то ты настроишь, блин. Не умеешь, блин, пошел к мастеру, он тебе все сделал. Как бы проблем нету. Вот. Я, в принципе, стараюсь все делать сам, потому что... Ну, потому что могу. Потому что могу. Ладно, поехали дальше. В общем-то, колеса 27,5, да. Вот. Плюс они еще алюминиевые и двойные. То есть довольно-таки они плотные, сильные. Что? Плотные, сильные. Нет, что-то как-то неправильно. Не плотные, не сильные. В общем-то,
хорошие колеса. Я не знаю, как сказать. Но они это как вот там. Они легкие, да, и получается плотные. Нет, плотные плохое слово. Дай подумать. Блин. Жесткие, что ли. Вот. Ладно, поехали дальше. Вот. Дальше у нас идет что? Дальше у нас идет вилка. Ну, я все читаю с бумажечки. Вилка No Name, я не знаю, что за вилка на самом деле, но в общем-то она это как вот там с блокиратором, короче, чтобы во время, предположим, не бездорожья, а по шоссе ты передвигаешься, взял, перещелкнул, и у тебя она как каменная. Ну, я в этом все равно все-таки не уверен, потому что вилка No Name, без понятия, но зато 120 миллиметров хода. В принципе, как бы я вот езжу, да, блин, мне по кайфу. То есть у меня, в принципе, никаких нареканий нет, опять же. Рама. Рама, получается, что у нас? А, алюминиевый сплав, естественно, 60-61. Плотная, легенькая. А в моем размере, да, это размер L, под рост 175. Да, рост 175. Она весит в районе что-то там... 16 килограмм 570 граммов, вот. То есть весь велосипед весит именно так. Вот. И опять же, как бы геометрия самого велосипеда мне довольно-таки очень нравится. То есть два жестких треугольника. И как бы, ну, не знаю, что еще на самом деле дополнить, потому что у меня такой первый раз обзор велосипеда на самом деле. Вот. Но это так вот, не знаю, как это все получится. Вот. Поехали дальше. Переключатели, да? Переключатели? А, не, я забыл. Тормоза. Тормоза с ротором на 160, механика. Что-то я не нашел, короче, на самом деле, производителя тоже. Вот. И на сайте магазина тоже что-то не пишется об этом. Ну ладно, бог с ним на самом деле. В любом случае, менять придется. Вот. И переключатели. Передний переключатель, это у нас, если давайте начнем с монетки, это SRAM. Да, SRAM. SRAM на 3 звезды. Вот. Количество там, я, в общем-то, не буду вдаваться прям жестко, конкретно, в характеристики, да, там, сколько зубьев там, и так далее. Я не буду в это вдаваться, потому что это иногда очень нудно и скучно. Вот. А получается, сам внизу переключатель у нас Shimano Altus. В общем-то, Shimano довольно-таки известная фирма. С Altus'ом это... Я, на самом деле, первый раз встречаюсь, да, там, я в основном с турнеем, турней. Вот, а тут именно Altus. Блин, не знаю, тоже нареканий, в принципе, пока никаких нету. Вот, все щелкает, все переключает, все отлично. Вот. Ну и задний переключатель. Вот. Задний переключатель у нас SRAM X3. Вот. Скорее всего, там будет мелькать как раз таки. И сама монетка на 8 передач SRAM X4. Вот. И кассета Shimano. А нет, вру. Кассета SRAM GP820. Вот. Все, я листочек закончил читать на самом деле с технической характеристикой. И в принципе, что... Насчет покатушек, да, наверное? Нет, неправильно. Насчет этих переключателей. Я никогда не пользовался именно SRAM-овскими переключателями, кассетами и так далее. Я никогда не пользовался. Я не знаю, что да как. Вот я сейчас езжу, познаю, как, что, зачем и почему. Потому что, ну, блин, надо идти вперед в любом случае. Вот. Переключается, в принципе, замечательно. То есть сама монетка может перещелкнуть аж 3 наверх и по одному вниз. В принципе, переключатели расположены под большой палец. В принципе, очень довольно-таки это круто. Вот. Я никогда тоже, опять же, с этим не сталкивался. Я сталкивался с монетками, да, там, где сверху вот так вот и снизу вот так вот. Вот. То есть снизу переключаешь наверх, а сверху, чтобы вниз все спадало, да. Вот, а тут все под большой палец, довольно-таки удобно, и особенно вот эта вот функция, где можно сразу же несколько переключений вверх сделать, то есть от меньшему к большему.
Вот, меня это довольно-таки очень сильно удивило. Я думал то, что там, ну, по одной, так, чпунь-чпунь-чпунь, а нет, оказывается, можно сразу же несколько. Вот. Если насчет переделок, да, я буду переделывать, я, по правде говоря, уже замерз. Вот. Сейчас буду монтажить, короче. Вот, насчет переделок, да, сразу же хочу сказать, да, я буду переделывать. Я сразу же поменяю кассету на другую, ну вот, на, по-моему, там максимально, по-моему, 12. Да, на 12, на 12 скоростей кассету. Переключатель тоже сразу же под замен, монетка под замен. А, и передние звезды я убираю, и у меня всего лишь будет одна. Вот, естественно, гидравлические тормоза будут. И вилку я, наверное, все-таки тоже буду менять со временем. Вот, это то, что вот я лично планирую сделать... ну, с этим велосипедом. Вот. А так, в принципе, ребят, я сейчас поеду домой отогреваться, производить монтаж, все вот эти вот штуки-дрюки. Вот. Надеюсь, слышно меня хорошо. И, в принципе, вам понравится, ну, вообще, как это все поступило и сделал. Вот. Если вы дошли уже до этого момента, ребят, спасибо большое. Не забудьте оставить тогда комментарий. Вот, комментарий не менее 5 слов. Не менее. Вот. И что? Большое вам спасибо, что остаетесь со мной. Вот, что мы вот такая вот, грубо говоря, дружная семья. Вот. Сейчас поеду монтаж сделаю, вот, отправлю модераторам на проверку его, вот, и что, ну и увидите, естественно, меня в амплуа, грубо говоря, со мной, грубо говоря, все хорошо, да, там, вот, просто реально не предоставляется возможности у меня постримить. Скоро будут стримы, ребят, я обещаю, скоро будут, и это скоро уже наступит очень-очень быстро. Вот, поэтому не унывайте, в любом случае, ВК, Дискорд, ссылочки будут в описании. Вот, так что, да ё-моё, ну что ж ты пищишь-то, а? Вот она, Москва, центр, блин, Яуза. Не люблю. Эх, ребят, ладненько. Ну, я не знаю, на самом деле, что еще добавить. Пишите. А я поехал монтаж делать. Ах да, чуть не забыл, блин. Ну вот, ребят. И опять забыл. Что ж такое-то? И у меня еще уведомление пришло, что у меня телефон садится. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Все-таки давайте. Всем чао, всем пока. Увидимся на стримах.